Подделывать больничные листы в городе стали реже. В прошлом году выявили только 83 липовых документа. И это лучший показатель за последние 4 года. Прошлый год в фонде обязательного медицинского страхования называют стабильным. Все средства получили вовремя, а это больше 25 миллиардов рублей. На одного застрахованного пришлось около 9 тысяч рублей. Больше 7 тысяч человек получили высокотехнологичную помощь. В этом году, как говорят в фонде, объемы финансирования сохранятся и даже увеличатся на 1 миллиард. Это уже будет 27 миллиардов 690 миллионов рублей. Поэтому, с учетом того, что объемы будут финансирования сохранены и приумножены, все те виды условия и объемы помощи, которые мы оплачивали в 2016 году, также будут доступны для застрахованных и в 2017 году.